Демократические силы Сирии в воскресенье нанесли удар по последнему, по их данным, укрепленному пункту боевиков группировки «Исламское государство» в районе деревни Багус. Оппозиционные силы, действующие при поддержке США, вступили в этот населенный пункт 3 марта, заявив о взятии единственного оставшегося в стране оплота экстремистов. Освобождение Багуза продвигается медленно из-за необходимости эвакуировать мирное население. Корреспондент агентства Рейтер, находящийся с войсками, сообщает, что боевики все еще контролируют часть деревни. Представитель демократических сил заявил, что экстремистов постепенно выдавливают. Мы сейчас в лагере, где жили боевики Исламского государства. Как видите, это самый край, они занимали большую территорию. Сейчас исламисты отступили в крошечный район под горой Багуз. Из деревни Багуз, где находится этот лагерь, боевиков день за днем вытесняют. Хотя группировка экстремистов в Сирии сравнительно мала, они все еще представляют угрозу. Бывший боевик, сдавшийся 2 месяца назад, заявил в интервью Рейтер, что они переправили сотни мужчин на освобожденные территории в качестве спящих агентов. Взятие Багуза в провинции Дейр-эз-Зор – важная веха в противостоянии международных сил и запрещенной в России экстремистской группировки. В 2014 году под контролем джихадистов находилось около трети территории Сирии и Ирака.